17 целей устойчивого развития ООН нацелены на ликвидацию нищеты и неравенства, защиту планеты, обеспечение благополучия населения. Сегодня была дана оценка работе по реализации целей устойчивого развития на региональном уровне. У Кызылординской области, отметили представители ПРООН на семинаре, показатели хорошие. Сегодняшнее мероприятие является ярким примером большой приверженности и преданности различных заинтересованных сторон реализации целей устойчивого развития. Это совещание следует рассматривать как продолжение работы, начатой в 2019 году, и как вклад в создание новых партнерских отношений и устойчивого диалога между широким кругом участников. Совместно с ПРООН мы сейчас разворачиваем работу в нескольких направлениях. Это экологические проекты, это работа с молодежью, а также работа в области сельского хозяйства, вопросы водных ресурсов. Поэтому я думаю, что насколько сегодня семинар будет успешно проведен, насколько мы успешно проведем переговоры с ПРООН, настолько мы развернемся по новым проектам ПРООН по нашей области.